справилась? Я не наела, то есть я с детства, у меня проблемы с гормонами, и я с детства была в пирожок, вот, и, короче, росла я, и пирожок вот со мной вместе тоже рос дальше. Тебя с детства как-то подстегивали, обижали, оскорбляли? Ну, в школе там попытались, но как бы я вообще за словом в карман не полез, и все со мной дружили. Ты дала отпор им, да, и все сыканули. Все сыканули. Лишний вес как-то мешает тебе в работе? Там, нет, кисть держать? Вообще ничего не мешает. Я всю жизнь спортом занималась. Я теннисистка, вот. Мне кажется, много у кого сейчас с лишним весом проблем. Давно тебя мужчина держал на руках? Вот недавно, только недавно. Недавно? Да. Его не смущает лишний вес? Нет. Блин, зачем мне этот проект? Ну, мне как бы хочется, я вообще за эксперименты в жизни, вот. Как бы я себя люблю и себе нравлюсь, но все равно я знаю, что можно лучше, и хочется лучше, и хочется посмотреть на себя другую. И так как я лечусь, хочется вылечиться, и чтобы это все ушло, и я, может быть, была другая.